В окружную столицу прибыл полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Он провел в Нарьян-Маре два совещания, посвященных антитеррористической защищенности и противодействию коррупции. Глава региона Игорь Кошин представил доклады о принятых в округе дополнительных мерах по противодействию этим явлениям. Итоги рабочей поездки подвели на пресс-конференции с журналистами региональных СМИ. В свете международной обстановки первый вопрос журналистов коснулся мер антитеррористической направленности. Отголоски военного конфликта России с запрещенной в нашей стране террористической организацией «Исламское государство» могут проявиться где угодно, отметил Владимир Булавин. Поэтому сегодня региону необходимо уделять повышенное внимание антитеррористической защищенности. Явление терроризма для России, и особенно новой России, не новое. Значит, в России создана государственная система противодействия терроризму, создан Национальный антитеррористический комитет, который задает направленность и темп антитеррористическим действиям. Создан федеральный оперативный штаб на местах, в том числе и в Ненецком автономном округе. Кроме того, с 2006 года в регионе работает антитеррористическая комиссия. В центре внимания различные вопросы по обеспечению безопасности жителей Ненецкого округа во время массовых мероприятий, антитеррористическая защищенность предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечение пожарной безопасности на территории региона. В октябре текущего года в округе взамен существующему межведомственному совету была создана и антикоррупционная комиссия. Ее состав был расширен, в нее вошли и представители гражданских институтов, в том числе уполномоченные по правам предпринимателей. Комиссия собирается 3 раза в месяц под председательством главы региона. Владимир Булавин дал положительную оценку работе координационных органов и поручил усилить меры по предотвращению коррупции, в том числе способствовать скорейшему раскрытию существующих коррупционных дел. Сегодня в регионе их более 30. Основной упор в работе комиссии, по мнению полпреда, нужно сделать на предотвращение хищений бюджетных средств. Государство стало для бизнеса, с одной стороны, самым крупным партнером, а с другой стороны, партнером надежным, платежеспособным, партнером, который вовремя оплачивает услуги, товары. Вот. И основная масса коррупционных проявлений у нас возникает как раз на стыке государства и бизнеса. И по большому счету задача стоит в том, чтобы вот заслон хищением бюджетных средств нужно поставить до того момента, как деньги из государственной казны перекочуют в частный карман. С такой постановкой проблемы согласен и глава региона. По мнению Игоря Кошина, главная задача сегодня – обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, чтобы каждый рубль дошел до конечного результата, и в регионе не появлялись незаконченные объекты с недобросовестными поставщиками. Для этого в регионе будут внедряться новые механизмы контроля. У нас появляется возможность создать с помощью правоохранительных органов отдельные группы, которые будут просто вести крупные контракты от начала до, собственно говоря, непосредственной, ну, его уже сдачи. То есть крупные контракты бюджетные, и те, которые и органы государственной власти разыгрывают и проводят, и те, которые непосредственно проводят, ну, значит, наши муниципалы. Контроль со стороны правоохранителей, контроль со стороны общественности – это две главные составляющие борьбы с коррупцией, подытожил глава региона Игорь Кошин. Ирина Цепетова, Антон Водряков, телеканал «Север».